Больше 2 лет подготовки, 3 месяца в пути, еще год монтажа. Тут спасает только вызов, желание прикоснуться к таким свершениям. И все это ради самой масштабной стройки в Восточной Сибири со времен БАМа. И здесь мы строим уникальное производство, Иркутский завод полимеров. Где особые технологии. Вот этот реактор, он единственный в мире на такой мощности. И особые люди. Мегастройка Восточной Сибири. Завод полимеров. Премьера 26 февраля на Discovery.